Хабаровский край – один из самых больших регионов России. По площади он сопоставим с территорией Турции. С учетом этого транспорт особенно важен для социально-экономического развития региона. Сегодня продолжается работа на одном из самых сложных объектов – дороги Комсомольск-на-Амуре-Чикдамын. На 2023 год из федерального бюджета на нее будет выделено 420 миллионов рублей. На эту дорогу хорошо обратить прямо отдельное внимание, потому что Чикдамын – это у нас фактически такой ближний районный центр, не имеющий фактически чикдамынной связи сухопутной. Да. И туда завоз идет продуктов, почты, бензина, дизеля, все по железной дороге. В прошлом году значительно выросли авиаперевозки. Частота полетов увеличилась по самым востребованным направлениям – Охотск и Николаевск-на-Амуре. В июле для расширения автопарка хабаровским авиалиниям приобрели Ан-24Б. Кроме того, масштабная модернизация коснулась общественного автотранспорта, в которой участвует бизнес. В частности, в крае появились 92 новых автобуса и 3 троллейбуса. На 2023 год нам уже одобрена заявка еще в 200 миллионов. Мы приобретем также еще 7 троллейбусов. Мы продолжим возобновление и электропоездов. В 2022 году мы с вами в июне месяце встречали электропоезд на пригородные маршруты. Ровно так же и в 2023 году, в первом полугодии, мы ожидаем, несмотря на санкции, прибытие третьей электрички. Всего в плане на этот год 77 новых единиц техники для развития транспортной доступности. Виктория Зыкова, «Смотри Хабаровск».